Большую помощь нам оказывали в этом отношении предприниматели нашего города, далее с города Шахт, с Краснодарского края приезжали люди, с Москвы. То, что мы аккумулируем у себя здесь в управлении, мы стараемся адресно развозить своими средствами доставки, привлекаем также сторонние организации, АБЗ, Горгаз нам помогал в этом плане, телерадиокомпания «Несвятая» тоже оказывает помощь в этом. Вот. И в день мы где-то развозили 50-60 адресов. На настоящий день мы развезли по 807 адресам. То есть это, если брать в целом, где-то обеспечили 2200 с лишним человек продуктами питания, средствами гигиены и одеждой.